Более 30 миллионов рублей вложат в развитие спортивной инфраструктуры Димитровграда. Здесь продолжают ремонтировать знаковые объекты и составляют сметы на новые. Подробности у Ирины Шмаговой. Стадион «Старт». Легкоатлетический сезон здесь ждут с особым чувством. Ведь начнется он на новом поле. Для спортсменов обновят раздевалки, а зрителей будут встречать на новых трибунах. Сдать объект в эксплуатацию планируют в мае. Основательный ремонт предстоит и во дворце спорта «Дельфин». Функционирование центра ядерной медицины, который находится в западной части города, для людей, которые будут сюда приезжать, отдыхать, оздоравливаться, лечиться. Наличие такой инфраструктуры, это будет обязательным дополнительным моментом для их реабилитации. На реконструкцию крупнейших спортивных объектов Димитровграда в региональной казне предусмотрены десятки миллионов рублей. В планах строительство в городе атомщиков новых легкоатлетических центров и крытого катка. Однако глава региона раскритиковал работу местных руководителей. У вас даже действующие спортивные площадки работают плохо, не гостеприимны к населению. И второе, так сказать, не вижу ваших спортивных успехов. Если мы не видим спортивных успехов, если мы не видим желания работать там по базовым видам спорта и с федерациями, то надо ли вкладывать сюда в первоочередном порядке эти деньги? Реновации ждет и одно из главных мест сосредоточения творческих димитровградцев. Ремонт фойе, зрительного и колонного залов, замена фасада. В новую комфортную одежду оденут Центр культуры «Восход». Вот с такими масштабными преобразованиями жизнь в центре буквально вскипает, образуются новые творческие объединения, а те коллективы, которые у нас уже работают, они расширяются и придумывают для себя все новые и новые формы работы для жителей города Димитровграда. Из сюрпризов для постояльцев и гостей. В Центре культуры оборудуют мобильную раздевалку, которая позволит на своем месте проводить репетиции и встречи. Для отдыха современная территория с сухим фонтаном и велосипедными дорожками перед Домом культуры. Всего в городе атомщиков появится 11 уличных площадок для нескучного досуга местных жителей. А обновленные спортивные объекты и культурные учреждения уже в ближайшее время распахнут свои двери для любимых зрителей и новых звезд. Ирина Шмыгова и Антон Дурнов. Вести Ульяновск. Из Димитровграда.